Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию новинку монетного двора американского, и это серебряный раунд Buffalo Nickel. Это первый раунд в коллекции знаковых американских монетных дизайнов. Чем отличается этот раунд? Он отличается тем, что он вогнутый. Вот эта вот часть выпуклая. Я не знаю, смогу ли я это... Вот выпуклая эта часть, а эта часть с тем же изображением, только она вогнутая. Раунд выполнен в высоком рельефе. И это на аверсе изображена голова коренного жителя Америки, индейца, голова которого была изображена на монете никеля 1913 года. Также к нему прилагается сертификат. И вот здесь порядковый номер на гурте выбит. 244. Вот прям видно, как она вогнута. Также на обороте, на реверсе вес монеты, чистота 3/9, fine silver. Чистота 3/9. И вот здесь, наверное, метка стоит монетного двора. Сейчас мы посмотрим. Сертификат. Вот сертификат. И здесь написано «Осборн Минт», который был основан в 1835 году. И тираж этого раунда 10 тысяч штук. Диаметр 39,1. Давайте посмотрим еще раз. Вот какой шикарный индеец. Так вот он лучше смотрится. Красивый раунд. И это первый раунд в этой коллекции. Сколько их будет и что там будет еще отображено, пока неизвестно. Покупала я этот раунд на Апмаксе. Не помню цену. Надо посмотреть. Не посмотрела. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно. Ставьте лайки. Всего вам хорошего!